Костик, поздороваешься с тетей врачом? А, ну и с подписчиками. Говори привет, привет всем. Всех колясочку запрягла. Смотрите, кого тут ребенок возит. Панду, куклу, поильник. И все в дом завозит. Доброе утро всем. Только проснулись недавно. Точнее, я в принципе уже проснулась давно, но лежала, смотрела видео. Оливка проснулась только сейчас. Пришлось уже чайник ставить, потому что почти 10 утра. У меня, конечно, лицо опухшее сейчас еще с утра. Но какие прелести жизни. Показываю вам настоящих людей, называется, настоящую себя. Вчера-то что ездили, делали прививки. Оливка, конечно, бедненькая, обиделась. Ну, 3 укола, естественно. Бедненькая плакала, сидела у Вадимки на руках. Я ее успокаивала, как бы пыталась отвлечь, но не получилось. В конце медсестра уже, ну, после вакцин, после того, как вела вакцины, в подарок преподнесла ей наклейки и шарик, ну, сдутый, воздушный. А Оливка такая прям, то есть уже не вообще, да, не хотела ни в какую, чтобы уже медсестра к ней подходила, боже, там у меня дурдом вчера с вечера. Не сложила одежду. Надо так надо. Это была, получается, последняя такая, большая прививка, скажем так, АКДС. Не могу смотреть уже на себя, ладно. Буду готовить завтрак, нужно кофе, Оливке будет кашка себе, наверное, я сделаю омлет. Еще пока не знаю. Как-то не снимала все эти дни и снова становится непривычным снимать влог. Оливка пока что на 3 секунды вроде отвлечена мультиком, включила и Простоквашино, буду делать овощную рагу. Такие вот, кстати, тканевые мешочки я беру в магазин, чтобы не брать полиэтилен. Здесь у нас свекла, капуста, морковка, репка, которую нужно почистить хорошо, немножко перца, лук, будет картошка, фасоль, должно быть вкусно, уже такое готовила. Как раз надеюсь, все мы поедим потом это на обед. А, еще цукини. Вот мадам хватило таки ненадолго, поэтому она сидит здесь со мной. Помогает мне делать рагу. Так, это от мелков. Это нам нужно. Это нам все нужно, да? Спасибо, зайка. Положи на место. Угу. Вот пока что так выглядит рагу. Фасоль у меня уже была заранее белая отваренная. Ну да, овощи. Сейчас буду заливать водичкой, добавлять, точнее, в начале приправы. Мне очень нравится добавлять карри во все. Карри это, наверное, наша любимая семейная приправа. У меня есть такой гарам масала. И есть карри отдельно. Добавлю немножко того и того. Можно смело выключать мультики, потому что никто их не смотрит, как всегда. Мадам уже спит, а я как раз буду обедать рагу. Семена льна, фета, хлеб из цельнозерновой муки. Снова прошел целый день. Мы уже готовимся потихоньку ко сну. Я сейчас буду заготавливать, замочу нут, хочу на днях сделать карри.
с нутом и с тыквой. И сейчас хочу сделать рамен. У меня такая вот лапша, макароны рамен. Ой, тут тортом. У нас в духовке перегорела лампочка. Это резинки с куклы. Короче, спрей для мусса. Отлично просто. Микс морепродуктов. Здесь у меня, кстати, кокосовое молоко как раз на карри, которое буду, наверное, не знаю, может завтра или послезавтра готовить. Лук-порей, лимон, перец, морковка, рамен, чеснок, оливка. Будет соевый соус, еще какие-то приправы. Было жарю овощи, тут, видите, в кастрюле пришлось. Еще имбирь потерла. Имбирь это прям, мне кажется, такой очень важный компонент в азиатской кухне. Вот сейчас обратно поставлю, пока пусть это прожаривается. Еще у меня лук-порей, но его, не знаю, может быть, в конце добавлю. В принципе, тут написано, эти рамен это 3 минуты готовятся, поэтому я его добавлю тоже в конце. Пока буду промывать морепродукты, потому что они заморожены. Эй, у меня тут куски еды. Уже после душа вышло, тело красное, кожа. В общем, да, ладно. Вадимка пошел тоже подмывать оливку. Будем ее уже готовить ко сну, поэтому тихонько вам потом отсниму, наверное, уже готовый результат. Это у нас погодка сегодня. Такого еще за всю зиму не было. Смотрите, какой снегопад. Да, оливка, снежок. А как пчелы делают? Пчелы как делают? А слоник как делает? Ух ты, а свинка? Все? Да. Мои пупсики вышли гулять в такую супер снежную погодку. Я думаю, пока я одна. Волосы капец у меня сегодня, ладно, неважно. Короче, хочу сделать. Вчера варила целый день нут, потому что сегодня хочу сделать карри овощное с нутом, овощами, пряностями, кокосовым молоком и вот такой вот тыковкой. Поэтому сейчас буду ее резать. Хочу ее немножко запечь в духовке, чтобы она была такой, знаете, аж карамельной немного, можно сказать. Эй, как бы так держать. У меня уже, я не знаю, который день дергается глаз. По-моему, мне уже нужно в отпуск куда-то далеко, наверное. Сейчас будет задача порезать тыкву. Сейчас попробую найти снова тот рецепт, который я находила на это карри овощное. Даже не знаю, наверное, тоже туда картошку, может, добавлю, чтобы было более сытное. Здесь у меня жарится лук, морковка, чеснок, имбирь, картошка. Сейчас добавлю помидоры черри и буду заливать кокосовым маслом. Уже добавила тоже карри приправу.
Ну, в общем, нужно еще у нас сейчас подсолить. Здесь у меня помидоры, перец. Здесь у меня нут, который вчера был отварен. Часть буду замораживать, часть добавлять. И тыква там тоже уже хорошо выглядит. Ее тоже буду в самый конец уже с нутом добавлять. Оливка спит, а мне пришла посылочка с манго. И, конечно же, как всегда, у меня начинает камера садиться. Потом вам, наверное, уже, может быть, завтра покажу. А может, сегодня посмотрим, что тут есть. Обезьянка. Что тут есть? Будем смотреть, что там есть. Но я говорю, у меня, как всегда, камера садится. А у меня нет. Вечером снова идем в гости к нашим соседям кушать пиццу. Смотрите, сколько снега. Вообще из окна ничего не видно. Как всегда, забыла вообще что-либо отснять, пока были гости, но все уже ушли. Отлично провели время. Наверное, это, знаете, плюс, что как бы забываешь о камере, когда хорошо проводишь время. У нас даже осталась пицца, потому что заказали... На пробу с нового места для малышни с сыром просто. Нам тут разные, реально огромные они были. Ребята забрали, и нам еще осталось даже. Ну и что осталось после разгрома с двумя детьми? Вадимка сейчас Оливку купает, а я тут начну это все дело собирать. Кнопочки нажимаешь? Биби, биби, ты деловая колбаска? Деревья. Уже дома, кстати, не показала вам свою новую красотку сумку. Я так давно хотела до Кена. В инстаграме уже добавляла фотографию. Она еще была на скидке, поэтому не сдержалась. Решила себе такой подарок сделать. Оливка вроде уже заснула. Сейчас будем мы тоже обедать нашим карри. Кстати, хотела так добавить насчет карри, что это, знаете, как такое, можно сказать, жаркое индийское, грубо говоря, если вот что-то такое приближенное к нашим блюдам. И у каждой хозяйки свое жаркое. И нет такого, знаете, стопроцентного рецепта, только одного. То есть можно изменять. Поэтому также и карри. Карри — это то, что вы добавляете. Кучу всего нужно с мясом. Можно овощное, можно с чечевицей, с нутом, с разными овощами. То есть вы можете как бы сами делать все, как вам нравится. Вот, Вадимке забрала свитер. Точнее, он мне его подарил, потому что он на него маленький. А мне как раз отлично. Я хотела себе свитер с такой горловиной. Это же не знаю, показывать вам посылки с манго. Не все мне подошло, не все мне понравилось. В принципе, только две вещи оставляю, остальное отсылаю. В принципе, куртка у меня здесь новая, вот с манго. Я оставила такой комбинезон.
и брюки в клетку. Остальное все буду отсылать. Даже не знаю, есть ли смысл показывать. Самое смешное, что все одинакового размера, но настолько разные посадки. Поэтому некоторые модели мне просто не идут это кушать. Наверное, буду уже прощаться. Если вам будет интересно увидеть просто видео на покупки с распродажи, такие покупки, знаете, на весну уже, можно сказать. Ну, еще свитера там будут. В общем, напишите внизу в комментариях, если вам будет интересно. Ну, а я, наверное, включу себе тоже какое-то видео. Буду обедать и отдыхать. Сегодня уже должно быть просто спокойное воскресенье. Наверное, попозже поубираю в ванну нужные вещи. И все, надо бы еще волосы покрасить. Но это посмотрим. На днях, возможно. И хочу все начать отбеливать зубы. Точнее, не начать, а продолжать. Потому что надо закончить курс уже, наконец-то. Вот, ладненько, все. Спасибо большое за ваше внимание, за то, что вы с нами. И до новых встреч. Пока.